комплексные показатели, которые характеризуют состояние атмосферного воздуха в целом. Здесь у нас по итогам 9 месяцев составил показатель 4,95, что значительно ниже, чем аналогичного периода прошлого года. То есть в прошлом году этот показатель составил 5,89. Однако хотелось бы заметить, что это показатель у нас такой, он пока промежуточный. Если сравнивать череповецкий воздух образца 2009 года, эта цифра снизилась почти в два раза. Все это благодаря экологическим программам, которые реализуют на крупных предприятиях. Так «Северсталь» заканчивает масштабную модернизацию на производствах. Построили уникальную установку улавливания пыли в конвертерном производстве. На рабочих местах мы приводили статистику, что порядка 70 человек в общей сложности, это и на неорганизованных выбросах, и шахтная печь, улучшили условия труда на рабочих местах. Для города это 1000 тонн уловленной пыли, которая не попадет в атмосферу, останется в фильтрах и будет утилизирована. Все конвертеры укрыты панцирями и улавливающими зонтами. Дым и пыль поступают на фильтровальную установку. 3600 тонн пыли в год теперь осели в бункерах и не попадут в атмосферу. Стоимость строительства 3 миллиарда 400 миллионов рублей. С результатами проделанной работы металлурги сегодня познакомили представителей контролирующих органов. Совместная работа дала вот такие огромные результаты. Я тоже не побоюсь этого слова похвалить данное предприятие, потому что практически единственное в России они достигли таких результатов. Ну и сейчас получается, что следующий этап – это этап по улучшению качества сбросов. То, что мы видим сейчас, это... Ну, я, честно говоря, не верил, что такое будет реализовано. На что мы больше всего внимания обращаем? Это, ну, конечно, «Северсталь», безусловно, «Фосагра», обе площадки, фанеромебельный комбинат, «Феска». Вот сейчас это более актуально «Ботово» для нас. Завершилась работа и по строительству аспирационных установок на аглопроизводстве. Также появились новые рукавные фильтры на шахтной печи сталеплавильного производства. Специалистам удалось добиться уникальных показателей по очистке воздуха на сталеплавильных производствах – менее 10 миллиграммов на кубометр. Это один из итогов экологической программы, направленной на выполнение законодательства относительно качества атмосферного воздуха. Общая стоимость, напомню, 5,6 миллиардов. Значит, и в 2015 году, когда доделаем D20 и D21, фактически мы завершим нашу работу по пыли. Также ведется работа по очистке воды и снижению содержания сероводорода в атмосфере. Программы рассчитаны до 2016 года. Вопрос экологии является одним из важнейших в рамках стратегии развития города. То есть я вчера был на конференции в Москве. Там, по программе современных городов Череповец приводили в качестве примера как одного из городов, где построена система эффективного мониторинга и управления ситуацией.